Красноярский. У-ху! Yes, мы приехали. Мы в дороге были 5 дней. Сильно устали. И вот сейчас сидим, так и рассуждаем. Мы летели 2 самолетами, поездом. И, ребят, мы добрались до нашего города, до места назначения, собственно, где мы машину и передадим. Но это будет завтра. Завтра на дачу поедем, и завтра на даче передадим машину. А сейчас скорее отсыпаться. Сейчас времени 2:00. Да, время ночи, сильно устали, но сегодняшняя цель была доехать, сделать эту 1000. Мы это сделали. Эмоции, конечно, переполняют, потому что путешествие было достаточно длительное, 5 дней. И, наконец-то, мы приехали сейчас. Такой прям, вот я не знаю, как у тебя, у меня прям такое, вау, все, я расслабилась, все. И, ну да, по-моему, я сейчас прям здесь усну. Увидимся завтра. Ребят, всем привет. Привет. Это следующий день. Намыли машину. И сейчас едем на дачу отдавать машину Татьяне Анатольевне. Путешествие возникло спонтанно, то есть мы его не планировали, оно получилось спонтанно. И когда мы проезжали, ну, даже взять даже тот же Питер, когда у нас было большое ожидание 9 часов там, нам сказали, что вы будете здесь сидеть, идите погуляйте. И мы когда пошли погулять, мы плавно переместились в путешествие, да? Ну, то есть да. Плавно начали путешествовать. Город, естественно, Питер, это было что-то незабываемое. И дальше после Питера уже как и бы... И Питера нам было очень мало. Да. И мы поедем еще обязательно туда, прямо это наша цель теперь. И когда мы проезжали, ребята, Волгоград, мы думали, заехать в город или нет. Ну, начали читать про него, какие достопримечательности, сколько населения и так далее. И с Катей было решено посетить данное место. Первое, что мы посетили? Первый речной вокзал, речной вокзал. И потом Мамаев курган посетили. Это было что-то незабываемое, Кать, да? Как мы, да. У нас там прям нахлынуло. Такой масштабный монумент, прям завораживает. И мы поняли то, что мы будем проезжать большие города и обязательно будем останавливаться там. Будем останавливаться. Да. Путешествие оказалось незабываемым. Кать, какой тебе впечатлил город? Так, мне больше всего, по-моему, понравился Омск. Хотя очень сложно говорить, потому что все города мне чем-то понравились. Но вот Омск на меня прям произвел очень большое впечатление. Ну, тут все понятно. Тут, в общем, тебе подписчик написал маршрут, что нужно было посетить. И вторая подписчица тоже по Омску подключилась. И она сказала еще, какое кафе посетить. И тут так все совпало, что все прям супер, прям прошло гладко и все понравилось. Но наверное, еще не поэтому. Только этим. А если Омск брать... Мне понравился, он беленький, чистенький, красивенький. Вот Омск мне понравился какой-то... каким-то своим устройством красивым. А если брать в нашем путешествии и Питер, получается? О, тогда, конечно, Питер. Просто если мы говорим о автомобильном путешествии, то мне больше всего понравился, куда мы заезжали, это Уфа, Самара, наверное, вот так. Самара тоже мне понравилась. Да. И Новосибирск, это было что-то, но его прям было мало, это был центр, было шумно очень. И было темно. И, да, и прям чувствовалась какая-то жизнь в Новосибирске. Столько молодежи было, столько движения, и мне кажется, очень много интересных мест, где мы, собственно, вот, ну, не побывали. Вот. Ну, это мы говорим о первых каких-то впечатлениях, то есть какой понравился город. То есть все так совпало, что мы приехали днем и так далее. Вот мне вот Уфа и Самара вот понравилось. Подожди, но в Уфе мы были ночью. Мы были поздно вечером в Уфе. Значит, мне Уфа понравилась вечерняя. Ну, короче, я говорю о каких-то своих первых впечатлениях, поэтому вот не судите строго. И нам было этого мало, нам прям очень было этого мало, и мы поняли, что мы получили большой отклик от вас, спасибо большое. И многие из вас писали, а почему вы так быстро, почему вы не предупредили, мы так хотели встретиться с вами. Ребят, ну, во-первых, мы ничего не планировали, и мы не могли, спонтанно. Да, и мы не могли заранее написать время, когда мы будем, даже день не могли порой написать, потому что мы двигались на машине, и непонятно было, успеем ли мы сегодня приехать в этот город, или будем только завтра. И поэтому... Да, ну, скажи. И поэтому у нас возникла идея,
организовать, не просто как бы поехать в путешествие по России, организовать большое путешествие вместе с девочками. С детьми, да. Да, потому что им тоже будет интересно посетить города России. Все мы это спланируем, мы хотим сделать передвижение на поезде, то есть купе полностью. Ну, в общем, более подробно мы расскажем, может быть, на стримах или еще что-то, или еще где-то. Просто вот такая мысль появилась, и она такая прям вот далекая. То есть это следующий год, это надо сесть спланировать как минимум месяц поездки. Ну, это большая организация, да. Да, ну будет интересно, мы будем с детьми и будем посещать большие города. Там, допустим, с Владивостока до Москвы, да. И, возможно, кто-то выявится в качестве гида, показать город, было бы супер. Потому что, допустим, вот взять по опыту Омск, мы посетили, нам подсказывали, куда, куда сходить. И было вообще супер, нам очень понравился город. Так вот, подытожим, поездка была супер, просто незабываемая. Вот, я не знаю, что тут еще добавить, эмоции переполняют, клево получилось, такое путешествие, приключение путешествия, хоть их тебе не нравится слово путешествие, ой, приключение тебе не нравится слово, но оно было, то есть мы спонтанно просто раз собрались и поехали. Вот, а сейчас, ребята, едем передавать машину, будут эмоции, я думаю, надеюсь, Татьяне Анатольевне понравится машина, машина в идеальном состоянии, по дороге никаких происшествий не случилось, то есть все гладко, ровно, доехали четко, машину отмыли, только мух не отмыли, морда маленько от мух, не смогли, короче, отмыть, а уже надо, в общем, поджимать, надо ехать, мы приехали. Привет, кисочки. Здорово! Привет! Привет! Папа, здравствуйте. Ты посмотри, они нам письма написали. Соскучились. Ой, соскучились. Что, выросли, что ли? Да, Полинка, смотри, как выросла. Ничего себе. Смотри, красную машину тебе наклеил. Ты что, потолстела, что ли? Нет. Да. Бабушки раскормили вас? Ну что, слушались, нет? Бабушку, дедушку. Алло. Слушались. Ну что, Татьяна Анатольевна, идите, принимайте красную машину. Местами? Маленькими местами. Короче, надо отмыть ее еще от мух, морда маленькая. А так вот, собственно, как была, так и привез. Красотка. Уже испачкал. Красотка. Вы на мойке были сегодня? Да. Никаких происшествий, ничего не было. Красотка какая. Папа, тебе нравится моя машина? Большая, высокая. Серьезная такая, да? Резина еще в подарок зимняя. На литье причем. 18-й год. 10 тысяч пробегу было. Ну, сейчас уже 16. Пока доехала, 16 тысяч набежала. Резина не мешает. Багажничек откройте. Ух ты, как она открывается. Это девкам, классно. Девкам подарочки мы. Вот. Да-да-да. Небольшие. Литье, посмотрите, какое красивое. О, литье красивое. Я недавно видела машину вот с таким литьем. Угу. Еще так постояла, посмотрела, думаю, блин, красивое литье такое. Это стандартное, кажется, их. Хендай, да? Да, хендайское. Угу. Я хочу посмотреть. Это мы в Волгограде покупали. Ну, я помню, Катя же спрашивала. Цены такие же. Классная. Классная машинка. Как мне нравится. Дарьё, мой Колёся. Все спрашивают, а где Полина, где Вероника? На даче. На даче. На даче. Я к Славе иду. Здорово. Здорово. Чё, что, нянчились? Да, играли. Вас ждали, вам подарки вот сделали. Помогай открывать. Писали вам тут. Написала, да? А тут уроки делали. Опа-на, минус 4. Так это Вероника. Оформляла сама, вот такие киски красивые все. Ой, конверты. У Полины-то тут целый набор.
Еще прямо оценки такие даже правдивые ставите, да? Ну, я честно ставила абсолютно. Молодец. Не то, что 5 за то, что все сделала. Смотри, рисунок. Почитай. Алина, рассказывай. Ну, давай, 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 давай. Так, привет, мама и папа. Мы вас очень ждем и очень любим. Мы живем на даче. Мы живем на даче. Спасибо. А это Пинки Пай, это вот, пап, смотри, Rainbow Dash летит, Apple Jack яблочки собирает и Pinkie Pie прыгает. Прыгает. Она летает, а не прыгает. Счастливая такая. А вы посигналили, а я пошла какие. Быстренько, вот, думаю, это ты мой. Да, мама. Да, красиво, мама. Молодец. А где папа? А? Папа нет. Папа в домике. На работе. Да. Очень деньги зарабатывает. Какая машина? Я вроде все красная. Надо идти смотреть, не говори. Так, а ты видел это? Да. Машина красная. Заценили сразу же. Все. Машина красная. А у меня корабль. Вот Мотя. Все так наклеили, да? Молодцы. Да. Это Мотя. Это Мотя. Молодцы. Китайский-то не забыли еще? Нет. Нет. Красотка. Еще разобраться в этих парах. Ну? Нравится, нет? Да, вообще. Скажите, ребята. О, старались. О. Машина, конфетка. Да, практически новая. Красный цвет нравится? Да. Только я боюсь, что я буду вечно чумазая есть. Машина очень красивая, теперь нужно в тон. Сандали красивые. Помада. На каблучке. Помадку, макияж боевой. Румяну поярче, чтобы внимание было. Я представляю, было... форточку опускаете, такие губища красные. Чтобы внимание здесь было тоже. Не на машину, а на водителя. Это вам сладости от подписчика, не доставайте, оно любое. Все в меде, все в меде. Это из Уфы вам передали. Да. Подожди, это самый последний момент, хитрые какие. Это вам, это, наверное, Веронике. Это знаешь, кто тебе передал? Кто? Майя. Майя! Майя Васильева! Красноярск! Красноярск! Макс и Майя, помнишь? Да, помню. Говорит, не маленькие стали, а говорит, Вероники. А, давайте так. Я сейчас перепутаю. Какой руки? Не этой. Я еще раз сейчас перепутаю, перепутаю, перепутаю. В какой руке? Вот этой. Тигренок. Таких нет у вас еще? Нету. А где ты все? Ну что, заканчиваем выпуск. Ребят, спасибо вам большое. Спасибо вам за машину. Если бы не вы, разве у меня была бы такая машина? Да нет, спасибо. Никогда, конечно. Кстати, а мы хотим вам спасибо сказать. Если бы не ваша машина, мы бы не попали в такое путешествие замечательное. Да. Мы потом уже начали понимать, что мы начали заезжать в города, и мы, если бы не эта машина, мы просто бы не посетили бы не эти города. Бы никогда города, бы не были, да, наверное, бы эти города. Так что спасибо вам огромное. Огромное вам спасибо. Вам спасибо, что просто... нянчились. С детьми нянчились. Да нам-то за что спасибо, нам это удовольствие. У нас все спрашивали, где девчонки, а мы бы такую дорогу просто не выдержали. Все, заканчиваем выпуск. Как обычно, подписываемся на наш канал, ставим лайки. Лайки! Всем пока! Всем пока!